фонде редких книг Центральной городской библиотеки нашего города хранится комплект репринтных газет «Защитим родную Москву», выпущенный в свет в 2006 году редакцией газеты «Вечерняя Москва» при поддержке правительства Москвы. Комплект был выпущен ограниченным тиражом и приурочен к 65-летию битвы под Москвой. Битва под Москвой – одно из самых трагических и героических событий Великой Отечественной войны. Чем дальше время отделяет нас от той поры, тем яснее видно, на краю какой пропасти оказались народы нашей страны и всего мира, и какую поистине великую победу над фашистской Германией одержал советский народ. Героизм, мужество, стойкость советских воинов на фронте, партизанская борьба в тылу врага, самоотверженный труд жителей столицы и Подмосковья при возведении оборонительных рубежей – главные составляющие того, что позволило остановить врага. Журналисты тоже работали на всех фронтах. Газеты и радио оказывали огромное влияние на боевой дух войск и трудовой настрой тыла. В Москве находились редакции самых крупных общесоюзных газет, которые не прекращали свою работу в годы войны. Не прекращала работу и «Вечерняя Москва». И хотя она не попала в число редакций, которые могли посылать на фронт собственных корреспондентов, приходилось перепечатывать сводки информбюро и пользоваться дружескими связями с другими редакциями. Благодаря таким связям для «Вечерки» писали военкоры «Правды», «Известий», «Комсомолки». На страницах городской газеты выступали известные на всю страну писатели, в том числе Александр Фадеев, Алексей Толстой, Михаил Шолохов. Основной тематикой в таких условиях стали рассказы о рабочей, производственной жизни Москвы. Весь город был превращен в один большой военно-промышленный комплекс. Все для фронта, все для победы было не просто лозунгом, а ежедневной реальностью для москвичей. В комплект «Защитим родную Москву» входят 7 газетных номеров «Вечерней Москвы» 1941-45 годов выпуска, в которых отмечены важнейшие вехи обороны Москвы в ходе Великой Отечественной войны. В том числе напечатаны речи выступления руководителей СССР и отчеты о знаковых эпизодах обороны Москвы.
Книга зеленогорского краеведа Людмилы Михайловны Волобуевой «Судьбы солдат в лабиринтах войны» посвящена Великой Отечественной войне, героям, ветеранам, всем тем, кто внес неоценимый вклад в победу. Людмила Михайловна – уважаемый человек в городе, ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения, автор книг о людях и организациях города Зеленогорска, об участниках Великой Отечественной войны. Казалось бы, о войне сказано все, написано множество правдивых и высокохудожественных книг, созданы кинофильмы, полководцами составлены для потомков мемуары, изданы энциклопедии. Но последнее время нам подсказало, что далеко не все. Это был только верхний уровень информации, документальный и художественный. Появилось нечто новое, может быть неожиданное и глубинное. Новые информационные технологии преподнесли всем нам большой подарок при участии правительства в лице Министерства обороны Российской Федерации. Правительство приняло решение о рассекречивании архивов Министерства обороны России периода Великой Отечественной войны. Архивы переводятся в электронный вид и становятся доступными каждому гражданину России. Авторам был проделан колоссальный исследовательский труд в архивах Министерства обороны для того, чтобы поведать о данных, касающихся каждого героя войны, которые упоминаются в книге. Об идее создания книги и ее уникальных моментах рассказывает сам автор. Идея написать такую книгу пришла ко мне после того, как открылись архивы Министерства обороны России. В ней около 300 персоналей, рассказы о судьбах защитников Отечества, от солдата до генерала в различных ситуациях боевой обстановки. Книга известного краеведа вышла к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В ней собрано огромное количество материалов, документов, свидетельств. Идея этого проекта в том, что любой человек, который заинтересуется судьбой своего родственника, участника войны, может дома через интернет найти на него документы в электронной базе данных, конкретно узнать о его подвиге или драматической судьбе и зафиксировать навсегда в истории своей семьи, своей родословной. Людмила Михайловна большое внимание уделила тем людям, ветеранам Великой Отечественной войны, которые были известны всем горожанам, которые вели активную военно-патриотическую работу со школьниками, часто выступали в коллективах и непременно участвовали во всех парадах в честь Дня Победы, но их остались единицы. Память о них перешла в книги. Павел Петрович Алдошин, кавалер 3 орденов славы. Он совершил не один подвиг. Я помню его как скромного, уважительного человека, доброго и отзывчивого. Он преподавал у нас в школе военное дело. Жаль, что в то время мы толком и не знали о его подвигах, не знали, что за его большими звездами таится душа героя, отважного защитника Отечества. Это через много лет автор книги Людмила Волобуева увидела через интернет наградных документов. Каждый читатель найдет в этой книге много нового. Какая-то информация подтолкнет его к собственному исследованию. Наработав большой опыт поиска сведений по лабиринтам войны, автор подсказывает читателю, как найти нужную информацию о родственнике, если была допущена ошибка штабных офицеров в оформлении наградных документов, если то же самое случилось при составлении книг памяти. Тот, кто наберется терпения и прочтет книгу до конца, увидит панораму Великой битвы, собрана из судеб отдельных ее героев. Сегодня мы хотим познакомить с изданием, которое вышло в свет в юбилейном 2020 году. «Территория милосердия. Саратовские госпитали в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Выпущена в Саратове. Книга эта небольшая, всего 68 страниц, большую часть которой занимает иллюстративный материал. Издание содержит архивные сведения по созданию и функционированию госпитальной базы на территории Саратовской области во время войны.
Рассказывается о напряженной работе медиков, а также всего населения области, благодаря которым сотни тысяч бойцов вернулись в строй. Еще во время Первой мировой войны Саратов стал окружным пунктом распределения больных и раненых бойцов. Здесь их сортировали и определяли, кого оставить на лечение в губернском центре, а кого отправить в уезды или во внутренние районы России. Именно тогда отрабатывались методики лечения, выздоровления и адаптации раненых и больных к новым условиям жизни, которые были применены в Великую Отечественную. Итак, к июлю 1942 года на территории Саратовской области было развернуто и работало 77 госпиталей, более чем на 48 тысяч коек. В Саратове функционировал 31 госпиталь. Раненые, больные, обмороженные. Более 70% после излечения отправлялись обратно на фронт. Всю войну жители города оказывали посильную помощь врачам и медсестрам, помогая выхаживать раненых. Как вспоминают очевидцы, когда прибывали эшелоны с ранеными, солдат разгружали, развозили, мыли в санпропусках, разносили по палатам. Эшелоны чаще всего приходили ночью, иной раз за ночь прибывало 2-3 эшелона. Только придешь домой, ляжешь спать, опять стучат в окно, бежишь на вокзал, а утром на работу. В те годы действовал еще один неписанный закон – все комсомольцы должны быть донорами. Люди считали за честь отдать свою кровь для спасения раненых бойцов, вспоминают участники тех событий. После разгрома фашистов под Сталинградом в феврале 1943 года и пленения более 300 тысяч человек в города Саратовской области стали поступать эшелоны с военнопленными. Среди них были немцы, румыны, венгры, югославы, итальянцы. Многие нуждались в медицинской помощи. Раненые поступали с различными стадиями дистрофии и авитаминоза. Крайне завшивленные, больные туберкулезом. На 15 тысяч военнопленных врачей было 25 человек. В помощь русским врачам были определены врачи-немцы из состава военнопленных. Большой вклад в организацию работы госпиталей и лечение раненых и больных, рассказывается в книге «Территория милосердия», внесли преподаватели Саратовского медицинского института. Были проведены такие сложнейшие операции, как извлечение пули из сердца, на крупных сосудов, вегетативной нервной системе и другое. Проводились операции при абсцессах мозга при бессознательном состоянии раненого. Работники мединститута внесли целый ряд инновационных предложений, способствующих улучшению лечебной практики в госпиталях. Отведено место в книге главному хирургу Ивака госпиталя профессору Миротворцеву, главному терапевту Варшамову, главному невропатологу Третьякову. Рассказывается о том, что при лечении раненых применялись все новейшие методы консервативного и хирургического лечения, лечебной физкультуры и физиотерапии. В лечебных целях в некоторых ИВАК-госпиталях раненые и больные вовлекались в трудовые процессы госпиталя, как-то чистка картофеля, колка дров. Полную реабилитацию солдаты и офицеры, определенные к возвращению в строй, проходили в специальном батальоне выздоравливающих Саратовского военного гарнизона. А тех, кто уже не мог вернуться в армейские ряды, стремились возвратить хотя бы к активной трудовой деятельности. Велась подготовка специалистов некоторых массовых профессий – счетоводов, бухгалтеров, сапожников, портных и так далее. Однако, при всей своей самоотверженности и профессиональном искусстве саратовские медики не были всемогущи, отмечается в книге. На результативность медицинского обслуживания раненых и больных не могли не были отразиться большая скученность, перебои со снабжением топливом, водой, электроэнергией. К тому же часть раненых спасти было просто невозможно. В первую очередь это касалось периода Сталинградской битвы. Не все воины вернулись к жизни, а тем более на фронт. Хотя они были окружены всенародной заботой, и их лечили саратовские медики, не покладая рук. Но тысячи солдат и офицеров, лечившихся в госпиталях Саратовой области, вновь стали в строй. Они до конца своей жизни вспоминали добрым словом саратовских медиков,
беззаветно трудившихся во имя общей победы. Так завершается книга «Территория милосердия. Саратовские госпитали в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».История семьи, школы, села или города – это тоже история Отечества. И в этой истории важна неразделимость с целым, когда на первое место выходят события всенародные, общенациональные. Немного на Руси городов с такой суровой и завидной судьбой, какая выпала на долю Смоленска. Этот древний русский город знал и лихолетие, и горячую радость побед. Сколько раз враги уничтожали его, превращали в дымные развалины. Но снова и снова он возрождался из пепла и руин. История Смоленска уходит своими корнями в седую старину. С 6 по 9 века он центр славянского племени Кривичей, предков нынешних смолян. Воздвигнут город на Днепровских холмах, на торговом пути из Варяг в Греки. И как засвидетельствовал летописец, уже в IX веке был велик и мног людьми. Но Смоленск был не только крупным торговым и культурным центром древнерусского государства. Он стал для России верным солдатом, надежным форпостом на ее рубежах. На протяжении многих столетий у стен города гремели грозные сражения. Все дальше во времени уходит от нас Великая Отечественная война, но память о ней жива. Смоленщина испила горькую чашу немецко-фашистской оккупации. Сожженные деревни, убийства и мучения мирных жителей, угон пленных на работы в Германии – все это реальные ужасы Второй мировой войны. И все меньше остается участников и очевидцев тех страшных событий. Но прошлое забывать нельзя. Тем более, что мирное настоящее завоевано ценой миллионов жизней, отданных в борьбе с захватчиками. Новыми поколениями война изучается не только по книгам, а и по рассказам дедов и прадедов. В 1994 году в Смоленской областной детской библиотеке родилась идея организовать историко-литературную экспедицию «Война в судьбе моей семьи», посвященную 50-летию Победы. Юные читатели детских, школьных и сельских библиотек области встречались с людьми, пережившими войну, слушали воспоминания, погружались в давно прошедшее время, узнавая о нем не из книг и фильмов, а от живых участников событий. Историко-литературная экспедиция проходила в 4 этапа. Период с 1994 года по 2005. В ее рамках были выпущены книги «Внуки о дедах-героях», «Дети войны», «Сын полка», «День победы». Предлагаем вашему вниманию четвертую книгу, составленную по материалам литературно-исторической экспедиции. В нее вошли лучшие детские творческие работы на основе воспоминаний старшего поколения, а также стихи и рисунки, посвященные Великой Победе. В четвертом этапе историко-литературной экспедиции, посвященной 60-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие читатели библиотек области из 20 районов и города Смоленска. На конкурсе Ассоциации книгоиздательств России издание было удостоено почетного диплома и признано лучшей книгой 2004 года. Данное издание представляет интерес как исторический документ, хроника военных лет, хроника Дня Победы.
Столь дорогой и памятный для нашего народа день, 9 мая, воспроизведен и пропущен через судьбы и сердца ветеранов. И чем дальше от нас события этой войны, тем ярче, правдивее, порой трагичнее рассказы ветеранов. И несмотря на четко поставленную задачу рассказать о том, как встречали победу, старшее поколение вспоминало не только о ней, но и о самом наболевшем и тяжелом, что довелось пережить в те суровые годы. И все-таки в целом книга о победе 9 мая 1945 года. Ребята, сами того не подозревая, создали емкий и многоликий образ победы. Все это не выдуманные художественные образы, а реальные картины победы. Картины, воспроизведенные детьми уже нового 21 века.
Сегодня хочется вспомнить героя, чье имя связано с городом Заречным Свердловской области. Это полковник Николай Михайлович Григорьев, герой Советского Союза, почетный гражданин Заречного. Многие жители знали его лично. Он активно участвовал в ветеранском движении города, занимался патриотическим воспитанием молодого поколения. Когда он выступал в учебных заведениях, его с большим вниманием и интересом слушали дети. Правдиво рассказывая о Великой Отечественной войне, он акцентировал внимание слушателей на честность, порядочность и патриотизм советских русских людей не только в годы войны, но и в наше время. Родился Николай Михайлович 2 декабря 1925 года в деревне Старого Ярославской области. На передовую попал в 1943 году, был разведчиком, освобождал от врага Украину, Белоруссию, Польшу. Был дважды ранен, получил 3 тяжелых контузии. Незадолго до смерти Николай Михайлович записал воспоминания о своей жизни. Это небольшое издание бережно хранится в библиотеках города Заречного. Книга представляет собой уникальный документальный рассказ, основанный на достоверных воспоминаниях пройденного боевого пути автора. Звание Героя Советского Союза Николай Михайлович получил за подвиг, совершенный им в возрасте 19 лет. Вместе со своим разведывательным подразделением в 1944 году он захватил плацдарм на реке Наре в Польше и удерживал его до прихода частей Красной Армии. Группа из 15 человек уничтожила тогда более 300 фашистов. Николай Михайлович лично захватил в плен 26 немецких солдат. Из 15 человек разведывательной группы в живых осталось 3 человека. С этого пятачка для наших войск открывалась прямая дорога на Берлин. Указом президента Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество и героизм сержанту Григорьеву Николаю Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза. Сколько же было у него, в то время 19-летнего парня, героизма и мужества при совершении подвига. А впереди был еще Восточный фронт, участие в войне с Японией. После окончания войны Николай Михайлович продолжил службу в Советской армии. Служил в Казахской ССР, затем в группе советских войск в Германии. С 1956 года он служил в частях противовоздушной обороны Одесского военного округа. В 1958 году экстерном окончил Одесское военное пехотное училище. Николай Михайлович был прекрасным семьянином. Вместе с супругой Антониной Павловной они воспитали прекрасных детей – дочь и сына. Они прожили вместе 64 года. Супруга ездила за ним повсюду, пока он был кадровым военным. После распада СССР в 90-х годах Николай Михайлович с семьей из Казахской ССР переехал жить в город Заречный Свердловской области. Николай Григорьев прожил 90 лет. 25 августа 2016 года он ушел из жизни. В его честь 2 декабря 2017 года в Аллее Славы возле памятника погибшим воинам на главной городской площади Заречного установлен бюст. Набережная Белоярского водохранилища носит имя Героя Советского Союза Николая Григорьева. Его боевой подвиг на фронте, жизнелюбие в мирное время достойны подражания для всех нас.
Добрый день. Тема нашего ролика «И шагу назад». 2 февраля 2023 года в нашей стране отмечается 80 лет со дня победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в Сталинградской битве. Эта длительная, напряженная, с огромными человеческими потерями битва не имела себе равных в мировой истории XX века, что и предопределило последующее большое внимание к ней историков, писателей и поэтов. Сталинградская эпопея посвящена множеству очерков, рассказов, повестей, романов, воспоминаний о битве на Волге. К этой дате в библиотеке оформлена книжная выставка «Ни шагу назад». Сегодня я познакомлю вас с художественной литературой, посвященной 80-летию Сталинградской битвы. Первое правдивое слово о битве на Волге сказали фронтовые корреспонденты, писавшие по горячим следам событий. Среди них и Константин Симонов, в одном из своих очерков запечатлевший особый звук Сталинграда, хруст непоправимо подломившейся немецкой машины, которую мы тогда услышали. Не этот ли звук, так и оставшийся до сих пор в наших ушах, повелевает руке писать? Задавал себе вопрос Симонов. Им написана повесть «Дни и ночи», 1943-44 годы, где представлена своего рода хроника Великой битвы, в которой писатель отразил самый тяжелый период битвы, оборону, и закончил повесть днем, когда наши войска перешли в наступление. Автор, показывая боевые действия одного батальона, сумел раскрыть характерные особенности Сталинградской битвы в целом. Трилогия Константина Симонова «Живые и мертвые». В первой книге трилогии «Живые и мертвые» автор через судьбы своих героев воссоздает мужественную борьбу советского народа против немецко-фашистских захватчиков в первые месяцы Великой Отечественной войны. События второй книги «Солдатами не рождаются» трилогии Константина Симонова «Живые и мертвые» разворачиваются зимой 1943 года в период подготовки и проведения Сталинградской битвы. Роман «Последнее лето» завершает трилогию «Живые и мертвые». В нем писатель ведет своих героев победными дорогами последнего лета Великой Отечественной. «Стоять насмерть, ни шагу назад, таков был приказ Родины. Выполнить его было неимоверно трудно. Эх, Сталинград, Сталинград, как часто о нем вспоминаешь! Об этом городе, стертом на твоих глазах с лица земли и все-таки оставшимся живым», восклицал писатель Виктор Некрасов, заместитель командира саперного батальона, защищавший Мамаев курган на протяжении всех дней и ночей Великой битвы. Там, на берегу Волги, противостояние двух главных противоборствующих сил Второй мировой войны достигло апогея. В 1946 году в литературу входит никому неизвестный писатель Виктор Некрасов. «В окопах Сталинграда» – повесть, за которую автор был удостоен высшей по тем временам государственной награды – Сталинской премии. Повесть Некрасова рассказывает о битве, происходившей 80 лет назад на территории Ростовской, Воронежской и Волгоградской областей. 6 месяцев провели советские солдаты в окопах Сталинграда. Главный герой повести – военный инженер, лейтенант Юрий Корженцов. Его глазами видит читатель картину отступления от Оскола до самого Сталинграда и описание ожесточенных боев на Волге. Чем поразила книга Виктора Некрасова фронтовиков? Да тем, что все в ней правда. Все так и было. Мы узнавали в ней свою войну, самих себя. Как будто книга не написана, а рассказана оттуда, из окопов Сталинграда. Так все живо, так все еще не остыло в ней. Автор рассказал, почему мы победили, почему не сломлен был дух народа, и как на последних метрах Волжской земли Сталинград стал непобедимым. Это слова Григория Бакланова, писателя, фронтовика. В особой художественной манере повествует о героических качествах народа Юрий Бондарев в романе «Горячий снег». Действие романа разворачивается под Сталинградом в декабре 1942 года. В основе произведения лежат реальные исторические события. Попытка немецкой группы армии фельдмаршала Манштейна деблокировать окруженную под Сталинградом 6-ю армию Паулюса. Именно то сражение, описанное в романе, решило исход всей Сталинградской битвы.
Писатель раскрывает нам окопную правду и истинные масштабы Сталинградской битвы. Показывает войну с разных точек зрения, из окопа, из штаба армии и даже из ставки верховного главнокомандующего, что значительно расширяет наше представление о разворачивающихся в романе событиях, дает полную картину всенародного характера войны. Свое слово о тех, кто боролся с немецко-фашистскими захватчиками и отстаивал свободу нашей Родины, сказал Михаил Александрович Шолохов. Мобилизованный в самом начале войны, он больше 4 лет служил военным корреспондентом Софинформбюро, газет «Правда» и «Красная звезда». Михаил Шолохов знал и Сталинградский фронт. Воспоминания, о котором вошли в роман, они сражались за Родину 1943-1969 годы. Предметом изображения писатель выбрал рядовых защитников Сталинграда, тружеников войны. Шолохов писал: «Меня интересует участь простых людей в минувшей войне. Солдат наш показал себя в дни Отечественной войны героем, о русском солдате, о его доблести, о его суворовских качествах известно всему миру. Но эта война показала нашего солдата в совершенно ином свете. Я и хочу раскрыть в романе новые качества советского воина, которые так возвысили его в эту войну». «Венок славы» – антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 томах. 4-й том посвящен Сталинградской битве. Среди авторов этого тома Михаил Шолохов, Алексей Толстой, Константин Симонов, Петр Проскурин, Василий Гроссман, Евгений Долматовский, Михаил Дудин и другие. Героев этой битвы не счесть. Вспомним лишь об одной участнице Сталинградской битвы – Марианелле Королевой, больше известной как Гуля Королева. Гуля, как называли родители девочку дома, родилась 10 сентября 1922 года. До войны снималась в кинофильмах, училась в институте. В начале войны родила сына Сашу, которого дома назвали «Ежиком». После гибели мужа на фронте, оставив сына на попечении своей матери, пошла добровольцем на фронт. Весной 1942 года дивизия, в которой Гуля была санинструктором, отправилась на фронт в район Сталинграда. Для Гули война длилась всего полгода. Она рвалась в бой, не пряталась от пуль, любила петь. Особенно ей нравилась землянка и постоянно писала домой. Эти письма – свидетельство той фронтовой жизни. Конец 1942 года. «Мамулька, родная моя, рвется враг к Сталинграду, все силы бросает на него, но никогда не сломить ему любви народа к своей родине. Любовь двигает на большие подвиги, а вера в свою победу и правоту окрыляет и поддерживает эту любовь. Каждого, кто приходит на Мамаев курган, встречают потрясающие своей искренностью и мужеством слова о защитнике Сталинграда, высеченные на памятной плите. Железный ветер бил им в лицо, а они все шли вперед. И снова чувство суеверного страха охватывало противника. Люди ли шли в атаку? Смертны ли они? А в пантеоне, где завершается экспозиция Сталинградской битвы, горят золотом буквы. Да, они были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас. Но все мы выполнили свой патриотический долг перед священной матерью Родиной». Эти слова взяты из очерка Василия Гроссмана «Сталинградское наступление», 1943 год. Спасибо. В преддверии празднования Дня Победы Центральная городская библиотека имени Бажова города Лесного знакомит клуб редких книг Росатома с книгой воспоминаний известного уральского журналиста, ветерана Великой Отечественной войны Иды Власьевны Очеретиной. Ида Власьевна Очеретина – уральский журналист, жена уральского писателя-фронтовика Вадима Очеретина. Она пережила 8-месячную фашистскую оккупацию в Ростове. В феврале 1943 года пошла в армию. В 3-й гвардейской стрелковой дивизии служила рядовым трофейно-похоронной команды. После войны окончила филологический факультет Уральского университета. С
Спустя годы Ида Власьевна создала свою книгу «Воспоминания о войне и дивизии. Шли по войне девчата», которая вышла к юбилею 65-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Книгу, которую я держу сейчас в руках, Ида Власьевна передала в дар читателям нескольких библиотек, в том числе и нашей библиотеки имени Бажова. Вот что говорит сама Ида Власьевна в своей книге. «Сколько замечательных, мужественных и скромных женщин живет рядом с нами. Их фронтовые биографии вписаны в героическую летопись нашего народа с большими горькими потерями, выигравшими великую битву. Я рассказываю о немногих. Я люблю своих героинь. Знаю, мы все знаем, что их множество. Женщин, вставших в тяжелую для отчизны годину рядом с мужчинами на защиту мирной жизни, наших домов, детей. С годами в мирное время приходит осознание. Само участие женщин в войне – бессмертный подвиг. Добавлю, мое участие в войне было очень скромным. И я, честно, нисколько не считаю это подвигом и не причисляю себя к женщинам героическим. Эта книга не имеет ярких красочных иллюстраций, у нее нет богатой обложки или декоративных корешков, ничего такого, чтобы ценилось на книжном аукционе. Зато есть душа, память, гордость за свой народ, своих однополчан Уральского добровольческого танкового корпуса. Память, которую мы передаем из поколения в поколение, чтим и гордимся. Качается рожь не сжатая, шагают бойцы по ней. Шагаем и мы, девчата, похожие на парней. Нет, это горят не хаты, то юность моя в огне. Идут по войне девчата, похожие на парней.